Картины Галины Багировой – это настоящее произведение искусства, очень кропотливая и тонкая работа. Вышивкой Галина Дмитриевна увлекается с детства. Позже, с отличием закончив двухгодичные курсы в Прибалтике, стала заниматься этим видом искусства профессионально и даже обучает вышивке других. Художница рисует нитями пейзажи, животных, гербы, натюрморты, воссоздает полотна Шишкина. Над картиной «Рубка леса», как раз написанной по Шишкину, Багирова трудилась больше полутора лет. А еще в ее коллекции 17 икон. Последние несколько лет я работаю над иконами. Вот с 2000 года. Подаренные мной иконы в Санкт-Петербурге и в Майкопе. А сейчас, вот в данный момент, я работаю над иконой архистратига Михаила и хочу подарить ее храму в любимом мною городе Сочи. Картины Галины Багировой, кстати, лауреата всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», уже выставлялись в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Майкопе, неоднократно на различных площадках в Сочи. В художественном музее экспозиция развернулась в небольшом уютном зале. Здесь выставлены картины и различные предметы из частных коллекций. В городе Сочи невероятное количество сейчас мероприятий. Значит, все флаги гости к нам. И на фоне вот таких грандиозных мероприятий должно оставаться место для маленьких душевных, творческих выставок. И вот та выставка, о которой мы с вами сегодня говорим, Галины Багировой, это выставка именно сакрально-сокровенного такого уровня.